Добрый день, друзья! Покажу сегодня еще один магазин, где есть шторы, портьеры, даже карнизы и еще различные аксессуары. Вот так представлены гардины здесь. И видите светильников сколько там, да? Этот магазин, конечно, побольше предыдущего, который показывала. Хороший тоже очень выбор. Цены доступные есть. Можно подобрать тоже на любые возможности. Сейчас просто пройдем, все покажу вам. Вот карнизы. Ну и просто посмотрите. Не буду особо озвучивать, все и так понятно. Светильники есть, карнизы есть. Я здесь тоже приобрела шторы. Но их не было в наличии, были образцы. Вот кисти, смотрите, какие замечательные, как прихваты, да, вот эти. Украсить можно таким образом. Вот, и не было в наличии такой портьерной ткани. По образцам я как бы нашла, и мне заказали на следующий день. Я оплатила в этот день, на следующий день я пришла, получила. Вот такие светильники здесь всевозможные. Ну, что-то можно подобрать. Этот магазин здесь очень давно на рынке. Многие его знают. Сейчас просто я приобретаю для себя. И решила вам показать, какие здесь портьеры, гардины. Вот так, друзья. Здесь, по-моему, тоже можно, я не уточняла, но, по-моему, здесь тоже можно заказать, чтобы сшили такие ламбрекены. Выбор большой, поэтому, если есть потребность, можете заглянуть в такой магазин на рынке у нас. Здесь удобно, все цены как бы представлены, можно сориентироваться. Размеры также здесь указаны, высота. Ну а ширину набираем, как вы знаете. Ну вот так, друзья, такой магазин еще хотела вам показать. Для кухни тоже там, ну, есть арочные такие гардины арочкой. Это портьерная ткань разнообразная. Всевозможных цветов и фактур. Ну, кто-то, наверное, даже красные, да, портьеры. Может себе как бы где-то применить. Вот это для кухни. Коротенькие такие шторы. Ну все на этом, друзья. Всем желаю всего доброго. До свидания.